Один человек погиб, еще 8 получили ранения в результате взрыва в Грозном. Погибшим оказался 22-летний житель Грозного Адам Хамидов. По сообщению силовиков, молодой человек пытался прорваться через оцепление к зданию театрально-концертного зала в чеченской столице. При задержании он привел в действие неустановленное взрывное устройство. Примечательно, что в момент взрыва в концертном зале присутствовал лидер республики Рамзан Кадыров. Несмотря на инцидент, он велел продолжить концерт.